Вася, ты где? Чего это ты тут малюешь? На работе поручили, вот и малюю. Долой торговую мафию. Ага. Митинг сегодня. А кто понесет? Кто понесет? Грузчиков найму. У меня лакеев нету. Сам понесу. Ты что, соображаешь? А если этот лозунг Анна Гавриловна из книги торга увидит? Ну и что? Так она же нам заметовный детектив обещала. Вась, слышь? А если это увидит Володька из мебельного? Обидится насмерть. Прощай, гарнитур! Вась! Или уж совсем беда. Клавка из гастронома увидит. Не видать ни колбасы, ни сыра. Вася, умоляю! Но я обещал нести и понесу. Это мой долг. Пойми. Вася. Тряпку ты из меня никогда не сделаешь. Вася, не бей, Вася, колбаса. Умоляю! Привет пенсионерам! Мурзик, что ты пишешь, дорогой? Срочный заказ получил. Что ты говоришь? Интересно. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну как? Прекрасно. Ой, как красиво. Правда? Как хорошо написано, да. Знаешь, будешь выносить с подъезда, ты заверни во что-нибудь. Зачем? А там у подъезда как раз наш участковый стоит. Увидит, обидится, на свой счет примет. А у нас ремонт. А у нас рабочий без регистрации. Да-да, ты права. Обязательно заверну. Угу, отнесешь на работу, дорогой. И скорее возвращайся домой. У нас сегодня дел по дому куча. Как возвращайся? Я сегодня на весь день. Сначала у меня демонстрация, потом митинг, а потом, сама понимаешь, после митинга люди просто так не расходятся, дорогая моя. А это кто понесет? Сам понесу. У нас лакеев нет. Пока. Прекрасно. Ты соображаешь, что ты несешь? Транспарант несу. Чушь ты несешь, ахинею, полный бред. А если это твои начальники увидят? Ну что? Думаешь, обидится? Обидится, мягко сказано. На свой счет примут. Ты опять права. Я всегда права. Володя с Гуроправа увидит, насмерть поссоримся. А нам с ним ссориться никак нельзя. Он обещал чердак приватизировать без всяких справок. Ты же сам хотел второй этаж сделать. А если с этим призывом на глазах Борис Петровичу с таможней попасться, совсем беда. Летом в Италию ехать хотели. Нам без него антиквариат не вывести. А митинг наверняка будут по телевизору по всем каналам транслировать. А мои родители увидят. Скажут, от зятек. Как с праздником поздравить его нет. А как критиковать нас по телевизору в первых рядах? Прекрасно! Думаешь только о своих родителях. А мои? Забыла, где работают. Им там тоже не сладко. Если меня такое увидят, меня точно по головке не погладят. Что делать-то, что делать-то, а? Не грызи. Я знаю, что делать.